أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد передает имам Муслим رحمه الله от Абу Хурайра رضي الله عنه сказал посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء поистине ислам начался чуждым и вернется так же чуждым, как и начиналось, как и начался. И туба, дерево в раю, гураба, чуждым, сказал посланник, саллиллаху алейхи вассалям. В другом хадисе, который передает имам Муслим, продолжение хадиса, وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا. И это религия, укроется, ислам укроется между двумя мечетями, между Масджид-уль-Харамом и мечетью пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Между этими мечетями ислам укроется, подобно тому, как змея уползет в свою нору, сказал посланник, саллиллаху алейхи вассалям. В другом хадисе, также который имам Муслим передает, «Инна л-имана ла я'ризу иля л-мадинати, кама та'ризу л-хайяту иля джухриха». Воистину вера укроется в Медину, в Медине, подобно тому, как змейка уползает в свою нору. Хадис передает имам Муслим. Добавили некоторые передатчики хадиса. В другой версии этого сообщения следующие. Присутствующие люди спросили посланника, саллиллаху алейхи вассалям, «О посланник Аллаха, кто же такие эти чуждые, какие у них сифаты?» Чем они отличаются от других людей, которому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, относительно которых посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Туба лил гураба», «Туба – дерево в раю для гураба, для чуждых». Некоторые ученые сказали здесь «дерево в раю». Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сделал дуа, мольба этим людям, чтобы Аллах дал им дерево в раю. Некоторые сказали, что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, всего лишь рассказал то, что Аллах, субхану ва тааля, уготовил им в раю. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, на этот вопрос ответил, «Алладина юслихуна ида фасадан нас». Те, которые исправляют, когда портят люди. В другой версии хадиса, «Юслихуна ма афсадан насу мин суннати». Те, которые исправляют то в моей сунне, что испортили люди. В другом версии хадиса говорится «Хумун нуззау мин аль-кабаиль». Они чуждые, посторонние из племен, или же те, кто полностью отходит от своих народов, чуждые среди своих соплеменников. Имеется в виду, как сказал имам ан-Навави, переселенцы, оставляющие родные города ради Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. В другой версии хадиса говорится هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. Они праведные люди и малочисленные среди плохих многочисленных людей. Вот они гураба, которых сказал посланник, саллиллаху алейхи вассалям. Смысл хадиса сводится в том, что чуждые, что ислам начал свое распространение с небольшого количества людей и постоянно начал увеличиваться. Но настало время, когда он снова сократится настолько, что опять сохранится лишь в небольшом количестве людей, как и начался. А это те люди, которые правильно выполняют постановления религии, которые исправляют то, что портит люди из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда меняется все вокруг, эти люди сохраняют свою веру и неустанно поклоняются Аллаху, субхану ва тааля. Давайте, братья мои, вернемся чуть-чуть назад и посмотрим, как ислам появился на земле. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, до отправления нашего пророка, до посланника
то пророка, саллиллаху алейхи вассалям, «Инна Аллаха назара иля ахли л-ард, фамакатахум арабухум ва аджамухум, илля бакая мин ахли л-китаб». Воистину Аллах посмотрел на людей на земле и видел их всех, как арабов, так и не арабов, за исключением некоторых остатков из людей Писания. До такой степени все люди, все человечество было в заблуждении, кроме некоторых остатков из людей Писания, которые не изменили религию Аллаха и которые поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля. Мир был разделен на двумя соперничающими, которые соперничали между собой империями, Римской и Византийской империей. Посмотрим, Византийская империя была куфр, Римская империя была куфр, Индия была куфр, Китай был куфр, везде был куфр. Это время Аллах Субхану ва Тааля отправляет посланника, саллиллаху алейхи ва саллям. Первой уверовала в посланника, саллиллаху алейхи ва саллям, Хадижа. Потом Абу Бакр, Али, остальные посланники пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Их начали притеснять, перешли к физическому насилию против мусульман, против посланника, саллиллаху алейхи ва саллям, против сподвижников. Их пытали, мучали, убивали, изгоняли из своих домов, объявляли им бойкот, умирали от голода. Так начался ислам. И не прошло много времени, как посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, совершил хиджру в Медину, и Аллах, субхану ва тааля, дал власть этой религии на земле. В 40-каком-то году полностью прекратило свое существование, по хиджре, полностью прекратило свое существование персидская империя. Византийская еще долго сопротивлялась. Распространился ислам. Но посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, придет такое время, ислам переживет такие времена, какие переживали в начале этой религии. Придерживающиеся религии, их станут все меньше и меньше. И сказал в другом хадисе посланник, саллиллаху алейхи вассалям, придет такое время, придерживающиеся религии, будет так же тяжело, как держать раскаленный уголь в руках. И один из них, сказал посланник, саллиллаху алейхи вассалям, получит вознаграждение 50 мусульман. И присутствующие люди спросили, «Я Расуль Аллах, 50 мусульман среди них?» Посланник сказал, саллиллаху алейхи вассалям, 50 мусульман среди вас, среди сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда изменяются времена, понятия людей, ценности людей, это время, которые выполняют приказы Аллаха и сохраняют свою религию, когда трудно держать религию Аллаха держаться за религию Аллаха так же, как трудно держать раскаленный уголь в руках, эти люди получают вознаграждение 50 сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о которых Аллах сказал, радиаллаху анхум ва раду ан. Они были доволены над Аллахом, и Аллах был доволен над ним. Сегодня, братья мои, потихонечку приходят эти времена, даже, может, где-то уже наступили времена гураба, времена чуждых людей. Даже те люди, которые себя преподносят к исламу, эти люди даже не готовы воспринимать ислам, как он есть. И который хочет быть похожим на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и на сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, он становится среди мусульман, я уже не говорю, среди куфаров, среди своих соплеменников и среди своего народа он становится гарибом, чуждым, которого тебя не понимают и ты не понимаешь. Поэтому, братья мои, религия, которую нам дал Аллах, субхану ва тааля, это большая милость. Это большая милость. Это милость, чтобы Аллах, субхану ва тааля, сохранил и увеличил. Нужно быть благодарным Аллаху, субхану ва тааля. Религия, братья, чтобы сохранить, что нужно сделать? Многие люди пишут, обращаются. «Брат, у меня все хуже и хуже становится. Плохо. Религия падает, иман падает. Я чувствую, что я ухожу. Делайте дуа». Я отвечаю таким людям, брат, твой пример похожий, пример того человека, который утопает и кричит «спасите меня», но сам не плавает и ждет, пока его спасают другие люди. Нет, братья мои, чтобы удержать ислам, постоянно нужно
вот увеличивают свой иман. Как увеличивают свой иман, братья мои? Когда увеличивается наша религия? Тогда, когда мы увеличиваем свое поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, иман стареет подобно тому, как стареет одежда. И нужно обновлять постоянно иман. Чтобы обновлять постоянно иман, нужно побольше постоянно быть с Аллахом, братья мои. Если вот эти вещи заменяют нам книгу Аллаха Субхану ва Тааля, разговоры о ненужном, если заменяют наши разговоры о сподвижниках, о пророке, саллиллаху алейхи ва саллям, о сунне пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, как наш иман увеличивается, братья мои? Мы даже этого не замечая, день за днем, как Ахлюль Китаб, по пришествию много большого времени, почерствели их сердца. Вот такими становимся, братья мои, мы с вами. И мы, даже не замечая этого, останется из религии наши внешний вид, бороду сунна посланника, саллиллаху алейхи ва саллям, и некоторые слова о душах, даже мы не замечая, уже становимся похожими, как основная серия масса людей. Вот это, братья, сегодня мир таким стал. Валлахи, чтобы сохранить свою религию сегодня, нужны большие усердия. Особенно вот сегодняшний день, где распространилось нечестие везде. Я же говорю, вот называемые себя мусульмане, вот даже с ним, когда человек разговаривает, человек, который даватом занимается, каким-то деянием, который занимается, он знает, чем дышат люди, вообще, что думают люди. Валлахи, билляхи, таллахи, я не знал, что у нас в республике есть такие обрусевшие люди, пока не начал с ним так общаться. Люди, которые себя считают мусульманами, да, я мусульманин, бьет себя в грудь, но когда с ними начинаешь о религии разговаривать, а вот этой современном мире разговаривать, о цивилизации Запад, которые вот эти куфары, которые приносят, разговаривать, когда с ними начинаешь, они на тебя как на дурака смотрят, реально. Даже вчерашние братья, которые с нами были, таких же убеждений, как мы, так же, которые Ахли Сунна и Валь-Джамаа, которые считали, потихонечку начинает меняться их убеждения, братья. Это почему происходит? Во-первых, когда люди, иман слабеет у людей, они всегда ищут слабые, они всегда ищут рахатные места, где не могут укольнуть тебя, где нет, не будет тебе проблемы. И они, чтобы мотивировать свои деяния, они не хотят признать, что они, братья, отошли от религии. Они же все равно хотят остаться на лоне религии. И начинают мотивировать свои действия религией. А что, так же тоже можно, это же тоже религия. А что, так не получается, вот так же нужно сделать. Масляха, мафсада. И начинает, сами не зная этого, с религии уходит. Вообще по-другому начинает разговаривать, абсолютно. Поэтому, братья мои, прошу Аллаха, Субхану ва Тааля, чтобы Аллах сохранил нам нашу веру и сделал нас из числа гарибов, о котором сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. В этом хадисе для того, чтобы возрождение получить, нужно отчужденным стать этой религией, как было в начале. Отчужденным была религия, чуждым была религия, но она приобрела свою силу. Для того, чтобы заново восстановиться, нужны вот такие изменения в умме быть. Когда Умар ибн Абдул-Азиз стал халифом мусульман Амиядском государстве, братья, Амиядское государство, которое вело бои, начиная от восточного побережья Североатлантического океана до побережья Индийского океана, Гибралтарский пролив, в 114 году по хиджре под Парижем стояли мусульманские войска во главе с Абдуллах аль-Гафики. 114 год по хиджре, в 92 году мусульмане высадились, Иберийский полуостров, форсировали Гибралтарский пролив, вели бои в Средиземном море против римлян, вели бои в Малой Азии, вели бои в Европе, вели бои в Средней Азии, Кавказском фронте. В таком халифате, братья мои, Умар ибн Абдул-Азиз, когда стал халифом, люди были в мусульманском халифате, в столице мусульманского халифата, которые не знали о запретности вина. Вы можете себе это представить? Ибн Таймия в своей книге рассказывает об этом, когда он делает шар хадису «Бада аль-Исламу гарибан, васаяуду гариба». Этому шарху, когда Ибн Таймия делал шарх, он говорит, что были люди, которые не знали, когда Умар ибн Абдул-Азиз когда пришел, когда людям рассказывали о религии, они не знали, они чуждым воспринимали о запретности вина. Некоторые люди, конечно, не большинством подавляющих людей, были некоторые люди.
Но Умар ибн Абдул-Азиз посредством этого человека, Аллах Субхану ва Тааля изменил положение. Каждое столетие Аллах Субхану ва Тааля отправляет человека, который будет обновлять религию. Это тоже говорит о том, что всегда религии бывают упадки, появляется какой-то человек, появляется какая-то группа людей, и они возвысят эту религию Аллаха Субхану ва Тааля. Это хадис, я говорю, чтобы мы, мусульмане, большинство здесь сидящие, братья молодые, чтобы мы поняли ценность того положения, в котором мы находимся, в каком достаточно в Аллахе для нас честью сегодня называться ахлю сунной и быть приверженцами сунны пророка Мухаммада, саллиллаху алейху салям. Мы не знаем этого, братья, мы полноценно не понимаем этому. Если бы мы это понимали, в Аллахе мы сегодня гордились бы нашей религией. А этими, не этими шмотками, не какими-то брендами, которые здесь есть, не какими-то машинами, в которых мы катаемся, а религией, братья, как это было у сподвижника пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Мы дорожили бы нашей религией больше всего, что есть у нас сегодня, больше, чем нашими семьями, детьми, родителями, имуществом, то, что у нас есть, если бы мы полноценно знали бы ценность той религии, той положения, в котором мы сегодня с вами находимся. Поэтому, братья, старайтесь, чтобы не оказаться число обычных мусульман, которые от религии, которые всего лишь остался только имя. Старайтесь, чтобы Аллах Субхану ва Тааля сохранил вам вашу религию. Это, чтобы сохранить, нужно усердие, таат, побольше поклонений, чтение Корана. Чтение Корана. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, жаловался Аллаху: «Инна кауми таххаду хадал Корана махджура». Мой народ забросил этот Коран. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, жаловался Аллаху. Посмотрите, братья мои, сегодня, как мы эти телефоны забросили, поменяли сегодня нам Коран. Социальные сети, как сегодня заменили нам Коран. Спросите себя, как вы, настолько вы привязаны с книгой Аллаха, Субхану ва Тааля, и мы хотим сегодня поменять наше положение. В этом положении, когда мы, вся наша жизнь превратилась в социальные сети, вся наша жизнь превратилась в понты, дуния, материалисты. Вот большинство мусульман, большинство материалистов вот превращаются в материалистов. Тоже ближнее, то, что вот есть сегодня и сейчас. Об ахирате, дальнейших перспективах настолько мало людей думает сегодня. Вот возвращаюсь к книге Аллаха, Субхану ва Тааля. Настолько эта умма сегодня оторвана от книги Аллаха. Как сказал Малик ибн Анас, конец этой уммы исправит только то, что исправило его начало. Что исправило начало этой уммы? Только это сегодня исправит конец этой уммы. Но, братья мои, это не означает, что все потеряно. Валлахи, я не к этому привожу. Я все это говорю для того, чтобы мы понимали ценность, Аллах, цену той положения сегодня, в котором мы находимся, мусульмане, ахли сунны, приверженцы сунны. Аллах дал нам возможность. Мы не оказались число этих фусаков, число этих нечестивцев, куфаров, мунафиков, валяйаду билля. Аллах нас выбрал, избрал, дал понимание религии, дал понимание того, что кому мы должны обращаться в трудное положение, кому мы должны поклоняться, кому мы должны прибегнуть. Кто наш Господь, кто наш покровитель? Это все дал Аллах нам, субханаллах. Аллаху Акбар. Это сегодня Нух своей жене, своему сыну не мог это дать. Ибрахим своему отцу не мог это дать. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, своим дядям не мог это дать. Сегодня Аллах нам это дал. О Аллах, ты нам дал эту религию, хотя мы у тебя этого не просили. О Аллах, мы тебя просим, сохрани нам нашу религию. Увеличь в наших сердцах наш иман. Увеличь религию наших детей, наших родителей. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям сказал: не перестанет существовать в моей умме группа людей, которые будут явно придерживаться истины, им не повредят те, кто будет ей противостоять и оставит их без помощи, пока не наступит судный час, сказал посланник, саллиллаху алейхи ва саллям. Аллах сказал в Коране: «Я айюха ладзина аману, о те, которые уверовали, ман йартадда минкум ан динихи, фасауфа яти Аллаху бикаумин юхиббухум ва юхиббуна». О те, которые уверовали, если кто-либо из вас отречет от своей веры, то Аллах приведет других людей, которых будет любить Аллах и которые будут любить Его.
Никогда в этом исламе, этой религии не перестанет люди, которые будут придерживаться религии Аллаха. От того, что посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, сказал, что религия станет обратно чуждым, это не значит, что религия полностью исчезнет и все потеряно. Есть много примеров в истории ислама. Ибн аль-Афир, великий толкователь, великий историк, у него есть такая книга «Аль-Камиль фит тарих», всеобщий свод об истории, называется книга. Он в этой книге рассказывает, как он долгое время не мог написать монголо-татарское нашествие на исламские земли. Кто же, кому это легко, говорит он, это писать? Такой процветающий Багдад, процветающий османский халифат, мусульманская сила, это все. Когда почти что они захватили, ну, оккупировали полностью столицу халифата, убили халифа. В Багдаде река сколько-то дней черным была из тех книг, которые были из исламских библиотек, которые монголы бросили в эту реку. Много крови было в Багдаде. Долгое время, говорит, я не мог это все писать. Это боль мусульманская. Но прошло время, говорит, и сегодня даже не остались те, кто даже знает об этих событиях. Аль-хамдулилля, Аллах убрал это все, заменил. Обратно мусульмане приобрели свое былое величие. Всегда, когда уже ислам, уже кажется, что все потеряно, это ислам обратно поднимается. Появляются люди, которые будут работать. И они не исчезнут до самого судного дня. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, пример моей общины, как дождь. Не знаешь, в начале блага или в конце ее блага. Поэтому, братья мои, ничего не потеряно. Да, сжимается наши сердца, когда мы увидим, это был у пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, когда он видел, что люди не принимают ислам, сжималось его сердце. Об этом и Аллах его в Коране говорит. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آتَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَا. Когда люди не верили пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, когда они не последовали за пророком, сжималось его сердце, братья мои. Но Аллах сказал, чтобы он не печалился о них. Альхамдулилля, братья, эмоции ничего не решают. Мы должны это понять. Да, плохо нашим сердцам, что сегодня в наших землях распространяется больше куфра и нифака, и фиска. Но это, чтобы убрать, братья мои, эмоций не хватает. Эмоциональные речи ни к чему хорошему не приведет. Даже те братья, которые эмоциональные, там тут проблема станет, они тоже утихнут. «Жа аль-хакку ва захак аль-батиль, инна аль-батиля кана захука», сказал Аллах в Коране. «Пришла истина, и сгинулась ложь, воистину ложь обречена на гибель». Закономерность Аллаха, суннатуллахи фил ард, гласит о том, что ложь начинает поднимать свою голову там, где молчит истина. А как только истина начинает говорить в этом месте, против истины не устоит ложь. Эта истина разбивает ложь. С нашей стороны мы должны свою работу делать. Вот тогда может что-то измениться, братья мои. Вот тогда реально что-то может измениться. По причине бараката наших дел, маленьких наших усердий, которые мы делаем. Человек никогда не должен пренебрегать делами, даже если ты можешь улыбаться своему лицу, своему брату, сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Даже маленькие дела могут быть за собой повлечь большие последствия. Поэтому мы со своей стороны должны работу делать. В первую очередь, отсюда хочу я обратиться в первую очередь к студентам. Я очень многих студентов знаю. Здесь все студенты знают очень многих студентов. Простые мусульмане сегодня выступают против этих развратов из-за своей ревности к религии. Но туллабуль-ильм молчат. Туллабуль-ильм, я понимаю, что сегодня разговаривать, открыто выступать тебе никто не оставит. Но, братья мои, но это не отменяет то, что вы можете делать. Вы несете ответственность. Если вы так сидеть, лучше не читали бы вы это ильм. Лучше бы не читали бы это ильму. Для чего читать ильму, потом как осел на себе, который тащит книги, ходит по земле? Зачем брать ильму тогда? Зачем ты стал талибуль ильмом? Ты же должен закат этого ильму дать. Столько студентов, субханаллах, когда мы учились в Сирии, вот даст соврать здесь другие братья, которые со мной там учились. Столько студентов у нас там было.
А сколько из них сегодня работает? Не видно, не слышно их. Бизнесменами стали. Субханаллах, если 10 лет, 8 лет, 7 лет не учились бы, бизнесменами стать не могли бы, что ли, вы, субханаллах? А что, надо было 7-8 лет учиться для того, чтобы там что-то продавать, покупать? По-любому, положение религии, она, алхамдулилля, Аллах на себя взял ее. Это под гарантиям Аллаха. «Инна нахну наззальна дзикра, ва инна лаху лахафидун», сказал Аллах. Мы не спосылали книгу, мы его сохраним. Религия Аллаха сохранится рано или поздно, поднимется рано или поздно, и он не умирает. Не умрет религия Аллаха. Придут люди, которые будут работать. Прошу Аллаха, Аллах Субхану ва Тааля сделал нас из тех, которые будут работать во благо религии. Чтобы Аллах дал нам стойкость до конца наших дней, чтобы мы носили добро человечества. Некоторые сифаты гурабаов, на этом все закончу, которые посланник, саллиллаху алейху салям, сказал в этих хадисах, каждый из нас хочет стать гарибом. И для, по причине того, чтобы получить туба в раю, из качества этих людей, они в первую очередь, когда все портится вокруг, они исправляют себя. Их не пачкают этот разврат, который вокруг. Они не пачкаются этим развратом. Затем, юслихуна ма афсада нас. Они реформаторы, которые исправляют то, что портит люди. В первую очередь из религии, сунны пророка, саллиллаху алейху саллям. Работают против бидаатов, которые распространяют заблудшие. Работают против разврата, который распространяют кафиры. Это два сифата. Аль-гураба. Поэтому, кто хочет быть этих гураба, нужно бороться, нужно стараться для того, быть, чтобы у человека были эти качества. Стойкость на пути Аллаха, субхану ва тааля, исправление и исправлять других. Коротко говоря, работа на пути Аллаха, субханаху ва тааля. Прошу Аллаха, азза ва джаль, чтобы Аллах исправил положение этой уммы и сделал нас тех из тех, которые исправят положение этой уммы, чтобы Аллах, субханаху ва тааля, самыми лучшими нашими днями сделал день, когда мы с ними встретимся. И самые лучшие наши деяния сделали наши последние наши деяния, самым лучшим. Чтобы на этих деяниях мы умерли и встретились с нашим любимым посланником, саллиллаху алейхи ва саллям, и с его сподвижником. Аминь. Аллахумма аъзз аль-ислам валь-муслимин, ва адилля аш-ширк валь-мушрикин, дамир аъдаака ва аъдаа ад-дин. Аллахумма аслих шабаб аль-муслимин, аллахумма аслих нисаа аль-муслимин, аллахумма руддана иля диника раддан джамила, аллахумма аджъальна мин аль-ладина يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك يا رب العالمين اللهم أمتنا لأجل ذلك يا رب العالمين اللهم اجمع بين كلمة المسلمين اللهم اجمع شملهم اللهم اجمع شملهم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا خطايانا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة